Потому что надо было что-то решить. Будущее страны. Как вы охарактеризуете людей, которые продают свои голоса? И что вы им скажете? Предатели. Почему? Раз продают, значит, продаются, значит, предатели. Каждый вправе голосовать. Каждый вправе отдать свой голос. Может, он решающий. Я сегодня голосовал и ради того, чтобы сделать нашу Молдавию как промышленной, мирной и интернациональной и процветающей. Ну, я думаю, что будет, конечно, все к лучшему в нашей Молдавии. То есть и будут и налажены торговые отношения, также туризм и многое другое. Astăzi este fluxul ca și în turul întâi, adică mai avem două încălcări, două fotografieri de buletine, dintre care a fost solicitat polițistul, a venit și a mers persoana cu polițistul pentru a investiga cazul în continuare. În rest, totul decurge bine. Răciovă galasavare. Щоб нам было жить лучше. И ради чего? Ради наших детей. Хочется, чтобы в стране был порядок и чтобы не было разделения людей. Как вы сюда добрались? Пешком. Мы вообще с Рыбницы приехали, машину оставили на мосту и пришли пешком. С детьми поднимались в эту гору. А как вы сюда добрались? Откуда вы? Пешком из Рыбницы. Пешком, мост перекрыт. Транспорт оставили в Рыбнице, перешли мост и поднялись по ступенькам.